1xBet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Ну, от игры к игре двигаемся. Результат самый главный сейчас. Новый матч. Сейчас перебиваем через два дня. Там грядочки в чемпионате. Александр, сегодня был такой, ну, можно сказать, чемпионский состав с некоторыми вкраплениями, но много опытных игроков. Артем Ребров в составе сегодня был. Такой вот перенос в прошлое небольшой произошел. Как вот вообще взаимодействие было? Это нормально. У нас ротация, много игр. Тренерский штаб выбирает такой состав. Еще я, может, опять что-то поменяется. Не знаю. Нормально. Хороший состав был сегодня. Приятно. Но, тем не менее, вот вы сказали, что бывают такие матчи, когда нет реализации. Ну и моментов не так много. Кстати, Ханни, как вам понравился в атаке на позиции форварда? Нормально забил. Если забил, значит хорошо. Как оцените нового главного тренера временного? Он себя на бровке ведет тоже экспрессивно. Это передается игрокам, как вы на это реагируете? Ну, когда он был помощником, тоже себя вел так. Так что ведет это его. Вы обращали внимание на то, что «Зенит» сегодня вылетел, ЦСКА раньше вылетел, то есть у «Спартака» в кубке снова повышаются шансы? «Зенит» я узнал, что вылетел после матча, зашел, что они проиграют 3-1. Но это Ростов. Ростов – хорошая команда, Урал – хорошая сетка, все равно тяжело. Повышает шансы «Спартака» на победу в кубке? Не знаю. Судя по прошлому кубку, бывает все. Спасибо. Победа после смены тренера. Сколько она важна эмоционально? Победа всегда важна. Что было сегодня самым главным, на твой взгляд, вот, настрой, подготовки к матчу? Понятно, что Анжи как бы по классу ниже, да, и пока уже обыграл Анжи в чемпионате здесь. Обыграл, да, с трудом. Анжи был девятером. Сегодня тоже была тяжелая победа, кубковый матч. Самый главный четвертьфинал. Так что, давай. Количество болельщиков и то, что привычная фанатская трибуна была сегодня закрыта, повлияло, да? Ну, это... Посмотрите на вот это. Ну, это не ко мне вопрос. Нет, ну вот то, что обычно гораздо больше, как на «Спартаке». Жалко, конечно. Жалко, хотелось, чтобы больше было. Заряды, если не отвлекали, которые в основном были не в поддержку команды. Только играли в футбол. Думали, как пройти Анжи. Скажи, пожалуйста, что-то изменилось в тренировочном процессе вот за ту там почти неделю, да, что Рианчур вводит команду? Ничего особенного не изменилось. Готовимся. Много игр сейчас. Он сейчас на восстановление идет, да, даже после всего такого. Ну, тренировки. У нас сейчас на третий день матча, сейчас буквально опять денек, и уже готовимся к следующей игре. Забыл, как это. Урал. Неважно, кого выиграли, да? Типа того, да. А скажи, пожалуйста, вот ребята, да, которые Бразилия, как они там? Откуда взял вообще? Не португальцы, да. Кабовердийцы. То, что они тренируются вообще в группе, в общей, там, не в общей с ограничением. То есть они я имею в виду, что в команде работают, вместе с командой, которые не играют. У ребят травма. Ну, я в курсе, но они как-то там они восстанавливаются, и в ближайшее время, я думаю, что присоединятся. Коллеги. У нас всегда была нормальная обстановка. Все хорошо. Готовимся.